Сегодня стартовал предвыборный период к досрочному голосованию. Центр избирком утвердил календарный план организации проведения внеочередных парламентских выборов 11 июля. Решение, правда, было принято не единогласно. Напомним, предварительная смета плебисцита составляет свыше 125 миллионов леев. Но источник финансирования президент Майя Санду не указала, а правительство пока не сообщало, что нашло средства. Поэтому за документ проголосовали 5 членов ЦИК, четверо воздержались. Между тем, по данным ЦИК, общее количество избирателей в госреестре составляет почти 3 283 тысячи человек. Из них около 500 000 граждане, которые эмигрировали за границу и зарегистрированы в административно-территориальных единицах на левом берегу Днестра. В муниципалитетах и районах Молдовы проживает более 2 787 тысяч граждан с правом голоса. Так, более 640 тысяч человек зарегистрированы в Кишиневе, за ним следует Гагаузия, 130 тысяч избирателей, и Бельцы, свыше 102 тысяч. Четвертое и пятое место занимают Аргеевский и Кагульский районы, 98 тысяч граждан с правом голоса, а за ними следуют Хинчешты и Еловены. Меньше всего избирателей зарегистрировано в Бессарабском районе, около 24 тысяч. Напоминаем, на досрочные парламентские выборы 11 июля Центризбирком установил смету расходов в 125 миллионов леев.